Всем привет! Сегодня я вам показываю свои орхидейки. Я их собрала всех в кучку, чтобы не искать их на стеллаже, потому что, в принципе, они у меня уже расставлены по разным местам. Одно время стояли все вместе. Это орхидейки были куплены в январе в магазине «Лента». Они были уцененные, отцвевшие. За 99 рублей я их покупала. Купила я сразу их от жадности, 6 штучек. Ну, знаете, они были в хорошем, приличном состоянии для уценок. Поэтому из-за такие деньги, ну, я не могла, как говорится, оставить их в беде. Потому что, ну, неизвестно, что бы с ними было. Вот. Выбрала там, как говорится, было очень много уценок после Нового года. Вот, вот они у меня здесь все стоят, сосредоточены. Сейчас я вам буду всех показывать. У меня вообще есть плейлисты на каждую из них по пересадке. Если кому интересно, то найдите там в плейлистах. Значит, там орхидея номер 1, номер 2, номер 3. Короче, 6 штук. Вот, и каждую я пересаживала. Ну, пересаживала, как обычно, я и в керамзит, и в пеностекло с керамзитом, и добавляла личузу. У кого там какая пересадка, у всех по-разному. Вот, корни у них были разные. Ну, в основном они были, конечно, неплохие были уценки. Вот, даже там у меня, по-моему, есть видео, где я покупала, по-моему, их даже. Ну, на старом канале там точно было такое видео, а на этом я уже не помню, надо посмотреть. Думаю, что оно тут тоже какое-то у меня было видео про ленту магазин. Это лента, по-моему, на Московском, Московские ворота, что ли. Или, станция метро Московская, там лента магазина вообще шикарный совершенно. И не раз я туда ездила. Я там, по-моему, купила свой биглип белый. Да, у меня, кстати, есть видео тоже про биглип. Тоже. Там же, по-моему, даже есть плейлист, где в ленте я покупала. В общем, кому интересно, тот это может поковыряться в плейлистах и там найти. Там проще, конечно, чем среди всех видео это отыскать. Вот. И это было как бы почти в начале, как говорится, моего этого канала. То есть почти самое начало. На тот момент как раз у меня неприятности были с моим старым каналом. И я завела как бы этот канал сразу. Вот. И то, что у меня там сохраненные были видео, те я и выложила там в начале. Ну, в общем, найдете, кому хочется посмотреть, кто не знает. В общем, смотрите. Так, вот это вот орхидеечка номер 1. Она у меня тут подписана, лента. А, нет, вру я вам, это номер 2. Так, начнем по порядку. Расставляла, все равно все перепутала. Вот, номер 1. Вот, 20 января. Так, фокус. Вот, в таком состоянии она. Корешков вот здесь уже сломала, задела, видно, корень. Обо что-то. Не я задела, она обо что-то. Вот, видите, корешочки выпускает. Ну, как говорится, пока сидит еще, как бы терпит. Терпит, что там. У нас такое не цветонос ли? Не вижу что-то я. Может, и цветонос вот тут вот. Что-то точечка какая-то. Ну, в общем, вот состояние корней у нее великолепное. Сидит она у меня в личузе пон и в перемешку с мелким керамзитом. И даже и в перемешку тут с пеностеклом. В общем, как-то так. Как-то так всего намесюхала тут. И все хорошо. Она уже, конечно, ну что там уже прошло-то, февраль, март, апрель, май, июнь. Сегодня уже у нас июль. Ну, грубо говоря, 5 месяцев они сидят все дружно. Вот, конечно, с корневой уже там все прижитое. Наливаю я воду периодически, вот столько. Вот. Ну, личуза пон, она вообще как бы дольше держит влагу. Потому что этот субстрат мелкий, и вот эти вот белые вкрапления, они, ну, как бы впитывают воду, какое-то время держат, а керамзит, конечно, нет.
Ну, в общем, видите, да, корни зеленые. Воды нет на дне. Ее нет. То есть она там как бы вот грунт еще влажноватый, поэтому и корни такие зеленые. Соответственно, я не поливаю, не прыскую, ничего не делаю. Жду, пока посереют. Посереют, я наливаю ей воды. Вот столечко. Так, теперь, значит, вторая. Вторая. У нее горшочек чуть поменьше, чем у той. Ну, значит, корневая, наверное, была. Поменьше у нее. Ну, тут тоже все хорошо. По-другому и быть не может. Шикарные корни просто. Сидит она в мелком керамзите. Ну, тут чуть-чуть сверху пена стекла я положила. Ну, как обычно. Все пыталась сначала корни, видимо, сдержать. Но потом пропустила момент, и он вылез из горшка. И здесь тоже ломать уже не хочется. Хотя этот я, конечно, могу вот так загнуть и положить сверху пеностекло. А этот уже нет, этот уже не согнешь. Ну, им всем грозит пересадка ровно через столько же месяцев. Ну, может, еще все лето они у меня посидят, осенью, может быть, может, в ноябре. Ну, посмотрим, какая. Если будут сильно корни наращивать, значит, соответственно, и пересадка будет тогда. Вот. Ну, пока сидят. Еще не цвели, значит, ни та, ни эта. Так. А вот орхидеечка номер 3. Вот, нет, помечено номер 3. Вот она уже собралась у меня цвести. Посмотрите, какой цветонос. Шикарный совершенно, с разветвлением. Куча бутонов тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, здесь пока 4 вижу. Завязи, так сказать. Вот. Какого цвета, конечно, тоже не знаю. Но, опять же, если посмотреть в плейлисте, возможно, там я какие-то сухие цветы показываю от каждой орхидеи, если они там были на тот момент. Можно вычислить, какого цвета, если, значит, видно было. Так. Здесь она сидит у меня в мелком керамзите. Так, пеностекло попадается, там парочку штук. Ну, в основном это керамзит, конечно же. Корни великолепные. Сама прекрасна. Как никогда. И плюс еще вот цветочки ждем. Значит, все замечательно у нее. Так, орхидейка номер 4. Вот она немножечко уже распустила свои корешочки. Так, она тоже у меня в мелком керамзите. Так, пеностекла нету там нигде. А, нет, есть, на дне пеностекло. Видите, таким дренажом я положила. Зачем-то непонятно. Ну, раньше я как бы еще не думала, что он так будет зеленеть, потому что, как оно у меня появилось, пеностекло, я начала массово там пересаживать в этот субстрат, потому что у меня было его очень большое количество, был большой мешок. Я его везде, и на дно, и в середину, и в полностью даже есть орхидейки, которые сидели у меня полностью в пеностекле. Ну, в общем, короче говоря, пихала везде его. Так, значит, это какая была 4-я. Так, теперь номер 5. Номер 5. Вот она. Так, эту туда поставим. Вот, совершенно тоже очаровательная. И корешочек, он, видите, торчит. Ну, тут у ней, конечно, полно корешочков, но это просто я, когда вижу новый, всегда делаю акцент на этом. Ну, все хорошо. Она сидит в мелком керамзите. Тоже, видите, здесь я тоже уже просмотрела корешки уже. И все. Ну, думаю, что я сейчас не буду сдерживать эти корни. Просто, считайте, полгода еще пройдет и пересажу. Опять пересажу уже, чтобы воздушные корни не беспокоили меня. Потому что они, в принципе, когда стоят на полке очень плотно, они друг другу просто мешают этими корнями. Вот. Ну и вид. Вид мне все-таки нравится больше, когда корни в горшочке находятся.
Не зря же мы с вами их в горшок сажаем. А не подвешиваем к занавескам, да? Чтобы они болтались, как на деревьях. Так, ну вот уценочка номер 6. Ее я почему-то решила посадить. Влечу зупон. Вот она, по-моему, целиком у меня сидит. Так, сейчас разверну. Да, влечу зипон, и сверху немножечко засыпано мелким пеностеклом. Это я корень придавливала, положила сюда. Ну, один придавила, а вот эти пропустила. Ну, потому что они мне вечно заставлены где-то, знаете, те орхидейки, которые давно прижиты и хорошо себя чувствуют, я им воды наливаю и про них забываю, как говорится. У меня вечно акцент и внимание на уценки, которые куплены недавно, которые недавно там омоложены, пересажены, я все вокруг них. А то, что вот у меня старенькая уже давно сидит и корни хорошие, я как бы вообще про них, я вот так их ставлю, задвигаю подальше и на них внимания не обращаю. Потом такая раз, все, проворонила корни. Смотрю, опа, уже все цветут, ну, собираются, да, цвести. То есть вот как-то так все происходит. Ну, это все от нехватки времени, конечно. Если бы я, конечно, с утра до ночи сидела только с цветами и ходила вокруг них, там, вокруг каждой, я бы, конечно, бы все замечала. А так вот так получается. Ну, в общем, вот так. Вот они все у меня красоточки. Все-все стоят тут. Все буду вам показывать. И, конечно же, буду добавлять каждый ее плейлист, ну раз уж я сделала для каждой плейлист, буду цветение туда добавлять. Как только зацветет эта орхидейка, значит, я снимаю видео про нее. Вот, и добавляю, чтобы было понятно. Так что вот так вот. Вот такой хороший был магазин. Не было, есть магазин Ленты. Я там, кстати, давно не была, потому что, в принципе, я живу далеко. Я живу совершенно в другой стороне города. И мне просто моя подруга Аня, так как говорится, она там недалеко. И она случайно там что-то зашла, заехала в магазин и, как говорится, мне телеграфировала. Оля, блин, давай скорее приезжай, тут столько уценок такие хорошие. Ну и мы с ней. Она там 6, я 6. В общем, скупили там полмагазина от жадности. Но все это было зимой, вы же понимаете. Пока довезла, пока их там отогрела, обработала, пересадила. Красавица этих. Ну просто вот действительно, когда орхидеи хорош, прям сердце радуется. Посмотрите, какие у них листья. Какие они все прямо такие добротные. Вот. В общем, вот такие дела. Все вам рассказала, показала. Есть вопросы, задавайте. Так что будем снимать развитие каждой из них дальше. Все, спасибо всем за внимание. Всем пока!